я был категорически против. Ну, куда человека срывать с работы, тем более хорошо получается. По референдуму вижу, вы, спасибо, подключились очень активно. Говорю, не надо дергать человека. Но когда мы пересмотрели ряд кандидатур, все-таки приоритетной была кандидатура человека, который уже в государстве засветился и показал свою работу в разных должностях. Поэтому я вынужден был согласиться. И учитывая главный фактор, что сыграл на вашу пользу, к вам с большим уважением относятся в этом университете. Тем более опыт у вас уже и знания добавилось, дай бог каждому ректору тот путь пройти, как вы. Я подумал, что вполне нормально. Ну а надо будет опять же поработать в совете, который вы возглавляете, ну так вы же рядом. Я и Караника, и помощника своего предупредил, да и глава администрации об этом знает.